Чувствовать себя в безопасности и не волноваться за близких теперь намного проще. Интернет-провайдер «Метросеть» установил в городах своего присутствия камеры видеонаблюдения в общественных местах. Теперь следить за обстановкой можно в режиме реального времени. Видеокамеры передают картинку из самых оживленных локаций – уличных перекрестков, скверов, парков, крупных детских площадок. Городское видеонаблюдение на сегодняшний день является одной из крупнейших мер безопасности и даже используется при расследовании правонарушений. Мы понимаем важность таких проектов для общества и поэтому запустили свои собственные видеокамеры. Просмотр городских камер доступен всем, даже если вы не являетесь клиентом метросети. Для этого нужно скачать на свой смартфон приложение «Метродом» и пройти регистрацию по номеру телефона. Можно смотреть за тем, что интересно именно вам, и добавлять камеры в раздел «Избранное». Это позволит удобно мониторить городские улицы. Это еще не все. Команда «Метросети» решила увлечь не только взрослых, но и детей наблюдением за одной из камер, которая установлена в неожиданной локации. На одной из многоэтажек Нижневартовска смонтировали необычную кормушку. Как ее назвали сами специалисты провайдера, это «Кормушка ТВ». В онлайн-режиме можно наблюдать за птицами, которые прилетают и с удовольствием лакомятся угощениями. Причем разглядывать пернатых гостей может любой пользователь услуг «Метросети». Ведь через приложение доступны все установленные камеры в городах присутствия провайдера. У нас есть такая замечательная кормушка. Мы постоянно приезжаем, подкармливаем птиц. Они с удовольствием прилетают и кушают пшено. В планах у «Метросети» увеличивать количество уличных камер видеонаблюдения во всех городах присутствия. Ведь их в вопросе безопасности много не бывает.